И в России вступил в силу второй пакет мер поддержки граждан и экономики. И очень легко прочитать этот, значит, Мишустин заявил, на его реализацию уже выделены сотни миллиардов рублей. И смотрим. Второй пакет предполагает поддержку региональных бюджетов. На это в федеральном бюджете зарезервируют 171 миллиард. На региональный бюджет. А там куда? В региональный бюджет. Людям раздадут? Да хренов как дров. Дальше. Поддержку занятости. На это планируют выделить около 150 миллиардов, которые пойдут на краткосрочные целевые займы и льготные кредиты малому и среднему бизнесу. Какие кредиты? Нет никакого малого и среднего бизнеса. Все умерло, деньги тоже разворуют. Дополнительные шаги по обеспечению устойчивости экономики, снижение имущественных налогов для арендодателей. Какие имущественные налоги, какие? Конкретики никакой. Отсрочку штрафов для представителей среднего и малого бизнеса в наиболее пострадавших отраслях. Опять никакой конкретики. Автоматическое продление разрешений лицензии ряду предприятий. И что? А если это лицензия на, в соответствии с законом о промбезопасности, да? Дополнительная лицензия на хранение СДЯВ, да, сильнодействующих ядовитых веществ и взрывчатых веществ. Вот интересно, они также ее автоматически продляют, ну, судя по этой херне, так. То есть, это такая вот радость должна быть у людей, у которых под окном складируют сильно действующие ядовитые вещества, ну, типа цианида натрия, как в Саратове, да, у них фактически под окном лежит такой яд, который может убить весь Саратов. Но их-то 100% убьют, да, даже независимо от того, куда ветер. А лицензия как бы продляется автоматически, офигенно. 5 баллов. Молодец, Мишустин. Таких поискать. Вот если что-то случится, а оно наверняка случится, вы знаете, кому это предъявлять. Мораторий на проверки социально ориентированных НКО. Какие социально ориентированные? Те, которые у Путина с руки едят. То есть он дает возможность этим НКО рассказывать, какой он молодец, как он там всех спасает. И к ним проверки не придут. Меры поддержки для системообразующих предприятий. Какие меры? Покажи нам. Меры поддержки. Классно. Молодец. Расширение программы беспроцентного кредитования банками, в том числе для средних и крупных предприятий из пострадавших отраслей. Да, это очень хорошо. А в том числе? В том числе, ну то есть, что там еще интересно? Кого еще будут беспроцентно кредитовать? И кто это такие средние и крупные предприятия? Крупные, я так понимаю, «Газпром», который получит за наш счет, «Роснефть», их будут беспроцентно кредитовать. Дополнительные выплаты медикам и освобождение этих выплат от НДФЛ. Там выплаты смешные. И еще никто ничего не получил. По первому разу-то еще никто не получил. Они по второму. Если они даже все исполнят и по первому, и по второму разу, все равно это не будет больше того, что они приняли в 2012 году в своих так называемых майских указах. Все равно они их ограбили, блядь, с 2012 года по 2020. 8 лет они им не платят, а теперь говорят, мы вам потом заплатим что-нибудь. Параллельно идет подготовка третьего пакета. Ну, это как в анекдоте про три пакета. Третий пакет, валите нахер отсюда, ребят. Путин поручил выделить регионам помощь на поддержку граждан и предприятий. Выделить помощь на поддержку граждан. Сейчас побежали, выделяют. Их, блядь, и дураки. Кто вот это слушает, еще больше дураки. Я понимаю, Путин, Мишустин все понимает, но его поставили на это место. Он там крадет, сколько ему надо, раздает. Что нужно и так далее. И чувствует себя нехерово. Понимает, конечно, что потом придется отвечать. Но я думаю, что какие-то уже себе эти отходные пути придумал. А Вов тут просто прикалывается. Может, он уже вообще безбашенный. Я думаю, что он уже потерялся вообще. Ну, людям-то это зачем? Вот люди, что они слабоумные? Они что, не видят, что ли? Это Мальцев, что ли, один видит? Да нет, это видят все.
То, что раньше видели только такие, как Мальцев, теперь видят все. Даже дураки видят, даже дебилы, блядь, видят. Ну почему же никак не реагируют? Че такие трусливые, что ли?